Как ты меня находишь, Владимир Иванович? Как надо. Как надо, я вижу. Не успеешь подъехать, ты уже здесь. Ты где был? Дома. Лежал. Че, какие планы? Молока надо взять. Чем могу помочь? 200 рублей дай. 200 рубликов? Да были где-то. Сдачу дали сейчас. По-моему, как раз и 200. Ты, наверное, стоял в стекло, смотрел. Как оно, ничего? Пойдет. А ты куда сейчас? На вызов. Куда? Доставку везу. В Мачеху. Молоко взять? Да а чего ж не взять? Кому что? Бери молоко. Че? А ко мне приедешь? Не могу. Уже уезжаю. Это не скоро. Приедешь? Не скоро будет. Приеду не скоро. Дай сигарету. Так у тебя во рту же сигарета. Еще одну ты надо. Ты забыл, что ли, Владимир Иванович? Ну вот ее скуришь, подойдешь. Дай сигарету. Еще одну. Здорово. У меня нет, Владимир Иванович. Я еще не покупал. Ты понял? Ну давай, будь здоров. Поехал я. Че думаешь-то? Молока взять. Молока взять и сахару. И бутылочку. Бутылочку еще? Да. А ты ту куда дел? Выпил. Укокошил уже? А. И ветчина есть. Ну и правильно. Нормальная закуска. Давай, дядь Володь. Всем доброго времени суток, друзья мои. Оставайтесь на нашем канале, Гордей Иванович. Всем рады всегда. Всем добра и мира. Также в Телеграм заходите, там личным голосовым сообщением подтверждаю.